Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении такая тема, как кластерный анализ для бинарных опционов. А прежде чем продолжить, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, а мы идем дальше. Кластерный анализ бинарных опционов возможен благодаря объемам. А объемы в торговле дают возможность более широко оценивать ситуацию на рынке и находить максимально точные точки для покупки опционов. И кластерный анализ является более удобным вариантом анализа, чем обычные вертикальные объемы. Сами по себе кластеры представляют те же самые свечи, но отображают проторгованный объем на каждом уровне цены. Отображаться горизонтальные объемы могут по-разному, но суть всегда одна. Это или покупки и продажи в виде цифр, или просто гистограмма профиля рынка. Но использовать кластеры в таком виде в торговле бинарными опционами не имеет смысла, так как такое отображение больше запутывает, чем говорит о том, куда пойдет цена. И более удобным вариантом будет использование профиля рынка. Тем более, что это и есть те же кластеры, только здесь не показан проторгованный объем в цифрах. Для построения профиля рынка в терминале MetaTrader 4 можно использовать несколько индикаторов, ссылки на которые будут под видео. Такое отображение объемов имеет несколько плюсов. И первым плюсом является то, что использовать для профиля рынка можно простые тиковые объемы, которые предоставляет каждый брокер в терминале MetaTrader 4. А если сравнить профиль рынка, построенный на тиковых объемах и на реальных, то разница будет минимальна, а те отличия, которые будут найдены, никак не повлияют на торговлю. Вторым плюсом является то, что такое отображение объемов является более информативным, чем стандартные вертикальные объемы. Чтобы посмотреть разницу между этими объемами, достаточно добавить стандартные вертикальные объемы на график. И как можно видеть, при помощи вертикальных объемов невозможно определить уровни, которые могут быть отработаны ценой в будущем, тогда как профиль рынка позволяет видеть все важные ценовые уровни или зоны. Также стоит понимать, что горизонтальный объем формируется не по времени, а по цене. Если какое-то место выделяется крупным объемом, это значит, что на данных уровнях цена торговалась какое-то время. И можно предположить, что крупным игрокам или обычным трейдерам данные уровни будут интересны и в будущем. Если говорить о построении профиля, то строить его можно для разных временных периодов. Это может быть дневной профиль, который сейчас построен на графике, а может быть недельный или месячный. И для примера давайте построим недельный профиль. Выбираем его в настройках и получаем общий профиль за всю торговую неделю. Если посмотреть профиль за прошлую торговую неделю, то можно будет найти уровни, которые были интересны трейдерам на этой неделе. И от таких уровней можно было вести торговлю и покупать опционы, так как цена несколько раз реагировала на эти ценовые зоны. Более подробно узнать о торговле бинарными опционами по профилю рынка можно из видео об индикаторе объемного профиля, ссылка на которое находится сейчас в правом верхнем углу. Строить профиль рынка можно и для более малых периодов. И, к примеру, можно построить профиль для 15-минутного графика. Для этого выбираем в настройках 15 минут и выбираем более мелкий таймфрейм. По итогу получаем вот такой график для 15 минут. Малые периоды и профили рынка также можно использовать в торговле бинарными опционами. Но чем больше период для построения профиля рынка, тем более простой является торговля опционами и тем более точные уровни можно получать. Также профиль можно строить не на каждый час, день или неделю, а на определенный период. Строить таким образом профиль удобно тогда, когда необходимо, к примеру, посмотреть объемные уровни за последние 3 месяца. Так как профиль, который обсуждался до этого, позволяет получать данные максимум за месяц. И для примера можно попробовать построить профиль за более долгий период. Для этого перетаскиваем линии на нужные даты и получаем уровни объемов.
Если говорить о профиле с реальными объемами, то использовать можно различные торговые платформы. Но стоит отметить, что все эти платформы являются платными, но у каждой есть бесплатный демо-доступ. К таким платформам относятся TradingView, NinjaTrader, Wolfix, Atas и SBPro. Но это далеко не все платформы, которые предоставляют платный доступ к реальным объемам. И в заключении хочется сказать, что кластерный анализ для бинарных опционов позволяет определять важные ценовые уровни, а также совершать точные сделки при торговле бинарными опционами. Но чтобы торговля была максимально прибыльной, необходимо потратить время и изучить профиль рынка и то, как он работает. И только после этого переходить на реальную торговлю. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!